Дамы и господа, продолжается вечер профессионального гостя в Сыктывкаре. И вашему вниманию восьмираундовый поединок в ползу легком весе. Судью ринга Дмитрий Болдырев, Семен Стахеев, Алексей Козлов. Ваш рефери Сергей Летунов. И первым в синий угол добро пожаловать боец из Краснодара. Встречайте, Евгений Смелов! Встречаем его соперника в красном углу. Он из села Ноякерт, Армения. Антроник Грикаря. Представляю вам соперников. Боец в синем углу. Ему 33 года. Его рост 164 сантиметра, вес 59,35 килограмма. Его профессиональный рекорд 19 боев. 6 побед, 4 победы одержаны нокаутом, 12 поражений при одной ничьей. Он из Краснодара, Россия. Приветствуйте, Евгений Смелов! А вот и его соперник в красном углу ринга. Бойцу 29 лет. Его рост 162 сантиметра, а вес 59,3 килограмма. Профессиональный рекорд 15 боев. 14 побед, включая 3 победы нокаутом и только одно поражение. Дамы и господа, он из Ноякерта, Армения. Достойный сын армянского народа Антроник Грикаря. Правила знаете, соблюдайте их, коснитесь перчаток, все время защищайте себя. Желаю успеха. Thank you.
Come on.
Третий раунд. Четвертый раунд. Не бежать спокойно. Ответь, отлично. Хорошо.
такая легкая работа на нем. Вот, работает. Ты же смещайся потом на втором месте. Дамы и господа, аплодисменты обоим боксерам! В связи с отказом угла соперника от продолжения боя после четвертого раунда в пятом раунде техническим нокаутом победу одержал Андроник Григорян! Армения! И аплодисменты его сопернику Евгению Смелову! Дорогие друзья,
Дамы и господа, победитель Андрей Григорян просит слова. Не можем ему в этом отказать. Дорогие друзья, я долго не задержу. Хотел бы всех поблагодарить. Этот бой был очень важный для меня, так как я вернулся после своей неудачи. Я бы хотел посвятить свою победу своему отцу, покойному моему отцу. Полгода назад я в Америке первый раз проиграл. И после боя мой отец просил, чтобы я поражение закрыл. Сегодня стою на ринге, я поражение закрыл. Несмотря я недоволен своим боем, но я это сделал. Царствие тебе, небесный отец. Андрей Григорян.